Всем привет, вы на канале Джиггернаут, и это первый выпуск нашего с Тимуром кооперативного выживания в Scrap Mechanic. Слесарь по металлолому. Это первая серия, раньше мы в Scrap Mechanic не играли, надеюсь, вам понравится. Так что, ребят, аванс сам лайк, как бы, за контент некачественный. Так что, ну ладно, не буду затягивать, все, начинаем. А, ты уже лежишь, стоишь? Я вижу. Да. Ну, а вот. Я... Я бомжик, блядь, я бомжик Аид, помоги мне. Каким... Блять, ты тварь. Ой, тебе больно? Очень, нет, на самом деле. А, так можно вообще... Хайр отпущен, да давай, пиздец. Да, блять, у нас вообще другие. О, Мактсури Юпайс. Как его поставить? Как его поставить? На 4. Чего, блять? Тише, дурак. Я не могу. Могу. Ебой, можешь меня поднять? Слышишь, подними. А как? О! Блять, я селся. Так, ну это я понял. Я не понял, что это? Это. А, чтобы ставить эту? На Эун. Нажми. Лучше сохранить координаты корабля. Может, я еще вернусь и смогу его починить. Вот, сохранил. А хуля, давай полутаемся внутри, чё? Давай. Ой, блин, огонь! Пизда! Ой, больно! Ты молодец. Оригинально, кстати, просто кораблекрушение, блядь, в каждой второй игре. О, давай спать, а то мы устали, наверное, уже. Можно здесь жить, в принципе. О, теперь... Блядь, смотрите, как я... Ты просто. Анимация. Я дёргаюсь. Ноги двигаются, да. Да-да-да. Блядь. Вставай. Сори, можно спать, заметил? Требуется энергия, где-то написано. Джиггернаут. Ну ладно, здесь, наверное, мне кажется, вода нужна, что-то мне подсказывает. Так куда пошел? Лутаться кто будет? Да вот, дядя. Смотри, давай сначала потушим, здесь, видишь? Метка. Метка, видишь, ладно. Поднять. Ну, ты уговорил, на самом деле. Наполнить. Какашки. О, как в Анапе. Оп, я тебя заблокирую. Короче, в лес убежал из жизни. Да иди лутайся, иди что-то. Блять, я говорю, лутайся, деревья бей, чё угодно. Я этот, помылся. Видишь, я грязный бомж, вонючий, говном воняю. Я бомж Гаид, помоги мне. Ты женщина или мужчина? Дай, покажись. Мужчина я. Да ты женщина, блядь, ты женщина, алло. Я мужчина. Ты бородатый женщина. Алло, мага. Нет, стой. Оп, смотри, чё это? Я тебе доказавшая мужчина своими поступками. Свет. Свет от 5 до 10. Оценить, типа, надо его. Я 10 поставлю. Мне понравилось. Все, женщин бьёшь. Смотри, требуется энергия. Ну, для света, логично. Что мне надо сделать? Смотри, что показывает. Видишь, батарейка есть? Один. Батарейка вставляет, два, стрелочка работает. А, вот смотри, вот это что ли? Ого, блин. А это я что, блин? Я лутаться пошел, Миш. Да ты что? Я не понимаю, это шина? А, это шина кривая. Морковка. Нет, шина. Я это монтировать не буду сейчас, я это просто так выложу. Смотри, я уже три морковки нам собрал. И чё добился? Куда мне, блядь, смотреть нахуй? О, колесико мыши откатить можно, это, от третьего лица бегать. Так, воду потушил, смотри, здесь какая-то канистра. Бензин плюс 3 далить. В туалете бензин что-то делал. О, радио, слушай. Я радио включил. Так, может, потушить ее, слышишь? Там ничего не горит же. Ну да. Я взял штуку просто. В текстурах застрял. Побейте меня, я в текстурах застрял, но я только что застрял. Ща. Теперь я реально... А, все нормально. Да давай наверх слазим. Как? А. Чисто почекаю, что тут. Кстати, здесь ничего нет. Полиция за окном, слышишь? Пошли. Ты охренел? Что ты там читал, покажи. Ой, что это? Hunger and Thirst. Поебали. Open yeah, the hunger and the shorts bars on the bottom of the screen. Play the builder git on the lift. А, так, блядь, давай. Yeah. Машину можно сделать. Чё дальше? Давай, похуй. Блять. Ладно, возьми или поставь здесь, давай туда, пойдем уже. Я тебя бить могу, чтобы ты быстрее перемещался. Оп. Развел на удар. А чё, это мы сломали эту вышку? МБ. А-а-а. Топливо. Травка и помидор. Травка нужна? Чего, блять?
Чё надо? Ебо не надо, чё ты хочешь от меня? Вдруг чё-то надо. Очистить? Ой, бля, меня пиздит. Пизди, 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 не меня, его, все, изи. Я не заметил. Зачем чистить? Его, как в армейке? О, так это чтобы залутать. Тебе выпал, да? О, металлический блок. Чё надо? А это? А вот батарейка, как раз. Опа, взять. Та самая. Как надеть налобный фонарь? Ну, о, здесь на H. Как играть есть даже, прикинь, обучение, которое нам нахуй не всралось. А налобный фонарь-то как надеть? Там нет такой информации. Ну, я не читал, конечно, но вроде нет. Налобный фонарь, я не знаю, как надеть. А, блин, там здание какое-то максимально расплывчатое. Да. Хотя у нас график на минималке. Юууу! А что, больно? Ой, блядь, больно. Я умер. Минус 12. А, я не умер, все, ладно. Че ты меня столкнул, дебил, конченый. Так. Лови меня, отрази меня. О, поймал, видел? А ты ударил реально? A few moments later. Поместить. Ой, ебай. Использовать. А, вот, ботмастер. Давай машину сделаем, чтобы и кататься реально. Ну, засадил бы? Кому? Вот этот огород. Ну да, я посажу. Ты готов, ебана, блядь. Нет, это зомби против растений. Зомби? 17 часов 19 минут. Так оно, походу, реального времени растет. Ты ошибся, Миш. А вот этот уже вырос. Ой. Кем я играю просто? Мог... попал, блядь. Как пить? Все, 16 часов... Пока тогда. Ну а на этом все, дорогие зрители. Видео подходит к концу. Пошел нахуй, скотина! О, смотри, ай, бля, я перевернул ее. Да, он. Бля, я в Скайриме такой же хуй. Ой, блядь, я разобрал. Я думал, ее возьму. Все, это всегда теперь будет показываться 15 часов, блядь. Как где? Ладно, пошли. На метку уже все. О, бежит, 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 видишь? Два. Ну ладно, давай. Оп, а их разводить изи. Ну да, я так и убил. Ой, они сильно, кстати, дамажат. Да все, бьешь и отпрыгиваешь. Эти мрази корову пиздят, пойдем спасем. Кого, мразей или корову? Мразей. Ну ради своей выгоды можно. Что это за мразь? Ой, я корову убил. А, нет, она просто упала. О, улей. Ой. Наверное, да лут, лут, цари. Мед, мед. Ой, забор можно ебать. Там еще переедем. Да стой, давай мы там еще не залутались. Ну ладно, можем вернуться потом. Не, пойдем. А че у нее сиськи на башке? Я хуй знает, еще и 4. Ой, смотри, у нее там Сан, че написано? А, Сан, наверное. Да подожди, я думаю, из нее можно молоко добыть и пить. А, ведро? Он уже... Искупал. Толкни меня, на. О! Блять, куда это? И как доить бебра? Нельзя, видимо, надо за соски. А, так может ее нельзя убить? Давай попробуй. Она так радостно умерла. А ты был бы не рад. А, стейк из вока. Есть этот, собутыльник. А, там пришли автоботы? Да, нет, нет, это Optimus Prime. Ой-ой-ой. Ой, блядь, не повторяй моих ошибок. Я опять в текстурах застрял. Блядь. Я в текстурах застрял, помоги. Я упал, умер. Наверное, с одним хп, сейчас я оттуда. О, все получилось. Целись, аккуратно надо. Ебо, корова это мяукает. Кто мяукает? Че, все, мы здесь залутались? Да, похоже. Но жопа у них классная. Пойдем на метку. Куда ты, блядь? Тебя клонят нахуй. Как этот, как таракан на свет бегу. А как? Давай, запули меня. Оп. Только оно все сверху. Ой, блядь. Ты мне минус 6 снес как-то. Как? Не знаю. Так там можно подобрать, смотри, я все подобрал. Отсюда? Как, блядь? Дай мне, побей меня, у меня раз это выше. Видишь? Ну похуй, нахуй нам этот один мёд, блядь. Ты чё нахуй? У нас, значит, борьба за выживание. О, давай на дно сразу. Сразу на дно. Что ты ломаешь? Индюков. Кого? Ебать, иди сюда, смотри, чё за таракан. И подожди, кстати, я приду. Ну ты задохнёшься нахуй, ну ладно.
О, я его взял. Это Дакимакура, типа? Так у меня бутылка, вот, смотри, есть с собой. Чё ты пошел попить? Блять, он умер? Ты разговаривать умеешь? Ну, убивать давай ее не надо. Оставим. Оставим, может, заберем ее все-таки. Может, убьем нахуй? Не-не-не, ну она хорошая. Ну, не да надо. Хуй с ней, блядь, вообще похуй. А смотри, она какая сладкая. Ну, а ничего не выпало, блядь. А вдруг она, там, не знаю, писю лижет. Порчу наводит. Да она помогла бы нам как-то, она там... В писю это... полезать. Нас так двое. Она нам песенки пела бы. Да не. Это глупое предположение. А что он еще умеет? Хуй лизать, например, ну... Ой, автобот! Боб? Боб Хавальник, он в кустах прятался. Еее, смотри, сколько тут мёда. Йоу. Давай убьем мед. Блять, попугай просто умирает нахуй от криков. Оп! Стейк из Вока здесь лежит, просто меня ссори, блять. Вот она, стейшн наша. О, там мед слева. Давай, где-где? Вон, я иду прямо на него. Ой, бля, а он далеко. Ой-ой-ой. По-любому лутаем. Ой, супер. Так, вот, смотри, мы пришли на какой-то... Мне кажется, это Mechanic Station. Ну, что-то мне подсказывает. О, Онигири. Харакири Дакимакура, аниме. Кавай. Коров... Ой, робот, слышишь, Миш? Я тебя подтолкнул. Давай здесь тогда реально построим базу. Здесь нормально, смотри, место. О, так у нас хатка тут есть у тебя, походу. Бля, все уже готово за нас. Смотри, 1, 2, 3. Эй, можно, ты че? А, смотри, здесь автобот. Богандон, а? Видим. Это, кстати, не автобот, мне кажется. Ну, вообще-то. Да, думаешь? Да. А, это десептиконы, они злые, они на нас нападают, точно. Это такая тварь просто, блядь. Ты видишь это? Чё? Мёд. А потом мы пошли строить машину к тому разъебанному кораблю. Опа. Попа. Ну смотри. Монстр трак. А? Бля. Подними эту залупу мне. Прячься. Блядь, я сдох. Ну давай, я иду. 2 hours later. Где робот это? Да он туда съебался, к метке. Я тебе никак не могу. Бля, зря бежал? Ну да. Ну вот я нажал возрождение. Сейчас еще раз сдохну. Ой, мне хп и так нет, блядь, да я опять умер. Ты че так заделался? Я пойду соберу урожайка. Случился чё? Так называемый террористический акт. Да реально, нет пассивов. Ладно, пошли. Ну я сейчас, мне опять звонят. Тестим, все готово в целом. Тогда съебнем сейчас это. Бля, это что о такое? Так, и все, это готово, ты хочешь сказать, а? Да. Во. С горем пополам едет. И то, как она едет, ужасно. Так, только не... Все, дай, едяй. Внедорожник целый. Это никакой дорожник, он по всем дорогам хуево едет. Е-бой. Вау. Я хочу... Насри в ведро. О, смотри. Задави его нахуй. Я так хочу. Я про корову. Дай ему похуй. Круто. Ой-ой-ой, блядь, что ты... Ох, я смотри, как корову задавил жестко. Да, видишь, я не задавил. Слишком быстрее помог. Да, намного. А, ну можно и без сиденья, смотри, видишь. Я пока доделаю. Алло. Челлендж. Неровно. Или это что, врагов давить? Бля, похуй. Оп. Да. Блядь, пиздец, ради одного блока пошел туда. Пешком ебать быстро перемещаться, кстати. За медом. А, кстати, я только сейчас догадался, что мы могли мед, который сверху, просто подняться и все на подъемнике. Там ой, за... еще... ой, ТТП оформляем.
Ну не так оформляешь. Я тебя забустил скорость, видел? Да-да-да, давай-давай. Ну все, здесь остановись, бэйби. Ну вот, выложили лес, называется. Вон из моей комнаты. Тихо-тихо, тогда я уже тут убираю, все. Ты дурак, блядь. О, мед, ну мед похуй. О, мед, ну мед похуй. Нам еда надо. Ну просто не по-любому будет еда. Да-да. А, вот он упал. Вот. Смотри, нахуй. Использовать. О! Ну да, смотри. Ну, чего в нем? Предсмертная бойня. Ай. Че я? Почему я не откидываюсь? Ё-моё. Ты застрял в текстурах перед смертью, кажется. Мы строим машину по гайдам. Именно, ну, квест сюжетный. Это не я. Хотя мы все сделали сами без гайдов вообще. И так мне плохо, я умираю. Еще ты, блин, так. Меня. Все, отлично. Да уйди! Подсоединить надо, че ты ушел? Мага. Че не крутится, алё, блядь? Потому что я сдох. О, воскрес, прикинь. Христос? Походу будет. Ну уйди нахуй. Садись. Вот. Отлично. Ты бы развернул, чтобы я не носом, блин, не землю нюхал. Не, ну в целом нормально. Только перевес. Стой, стой, секунда, не слази даже. А, не-не-не, сори. Круто. Что тебе видно было? Значит, разговаривать будем так. Нет, фига, да ты встаю. Она лучше ездит, да? Потому что она меньше весит. Да. Меньше весит по-любому. А мы сделали тяжелую херню какую-то. Ай, ты меня задавил. Да почему она... А, ты на полную мощность поставил, потому что... Бля, не, это ужас, если честно. С поворотом, с поворотом это пиздец. Ну а на этом все, дорогие зрители. Видео подходит к концу. Как видите, мы ничего не знали об игре, осваивались. На следующую серию у нас уже есть план. Сделать огород, чтобы мы могли есть и не умирать. Но и оградим его, чтобы роботы не нападали на наши посевы. А дальше как получится, наверное, будем исследовать мир. Пишите в комментариях, понравилось ли вам видео, хотите ли вы продолжение. Так что все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не проебать новые видео. Ну а с вами был Джиггернаут, мой друг Тимур. И всем удачи и всем пока-пока. Это я рукой пукнул. Ой, все.